Всем привет! У нас сейчас утро, у меня выходной, и мы собираемся ехать в Берн, посмотреть столицу, погулять немного. И сейчас хотим провести эксперимент, посмотреть, есть ли Аби без нас самовольно лакомство свое, или все-таки дождется и потом его получит. Мы оставляем Аби дома, потому что мы иногда заходим в магазины и по делам, они везде пускают собак. И вот так вот на столе я оставлю ее сушеное мясо. В принципе, она может залезть и достать. Но обычно она это не делает. Посмотрим на ее поведение. Ребята, это дверь на кухню наша, которую Аби пошкрябала. И она была повреждена. Вот так вот папа ее подчинил, и я бы сказала, что вообще не видно, что там какие-то были повреждения. У нас сегодня минус 8, заснежено, холодно, зима. Ветеринарная клиника сегодня работает. Но пока мне никто не звонит. Это мы просто идем сейчас на вокзал. По пути увидя, что тут машины стоят, значит, они работают. Weiter nach Freiburg, Genf, Lausanne, Genf und Genf Flughafen. Трамваи. Парковка для велосипедов.
карточка с магазинами. Посуда какая интересная. Такие вот улочки узкие. Там везде магазины, во все стороны эти улицы. Шоколадный магазин. Здесь в Швейцарии очень большая шоколадная фабрика. Шоколад просто на развес продают, какой хочешь. Ледовая арена. Люди катаются на коньках. Сейчас смотрю, идет ремонт. Улица. И вот такие вот двери. А что там внутри? Мы думали, это как погреб какой-то. А здесь магазин.
входы в магазин, только не везде они открыты. Такой лифт, чтобы спуститься туда вниз. Ходим к Медвежьей горе. Вот тут в норках таких вот должны быть медведи. Ну, они там живут, но сейчас, может, возможно, в спячке. Мы пойдем прогуляемся. Дорога на Медвежьей горе. Так вот, брусчатка, а на ней имена людей. Наверное, в этот раз медведя мы увидим только на картинке тут. Бассейн для медведей. Вот и Мишка, один единственный, остальные все спят.
старинные монеты. Церковь Петра и Павла. Магазин ножниц. Витрина. Я зайду посмотреть. Заходи. Брендов. Атомная станция. Аби, пришли мы домой. Спустя время. Вкусняшка как лежала, так и лежит. Аби шкоду не сделала, ничего не съела. Счастливая и довольная. Сейчас она ее получит. Вкусно было, да? Вкусно. Ай.
скажи, я все правильно дождалась, все вкусно было. Мой ужин. Кабачки с майонезом, с чесноком, с помидором. Картошка запеченная с салом, с рыбой, с помидором, морковкой по-корейски. И стаканчики мороженое купила. Отдельно порезала киви туда и клубнику.